Софа. Я молима, она прямо радостная. Вот так все сверкает. Рига! Рига? Снег есть? Или нет вообще? Снега еще не было. А у нас занесло, и все растаяло. Без снега. Ну, раз занесло, потом растаяло, а сейчас вот тепло было, дожди, а сейчас мороз ударил. 14, у нас так же. У нас так же. Но Волга вскрылась и пустили трамвайчики речные. У нас на ту сторону моста нету в Рождественном. Люди, ну, обычно ездят или пешком переходят Волгу, или на машинах ездят. Но льда-то нет. Пустили трамвай. Такой первый раз вообще. Даже в советское время такого Светлана, не было. Светлана, снимаю видео. Чудо. Передавай приветы. Передаю приветы. Софо. Алейкум Софо. Совой отель. Это как я вчера гулял по Наама Бэй. Ну, примерно то же самое. И интересно, так люди приезжают на Наама Бэй посмотреть, погулять. А я сижу в отеле, пиво, у меня прям выходит на Наама Бэй. Мне очень понравилось по поводу елочки. Сказка. Домой там, да, согрели, полезли, то же самое, что рыбки очень сыр в пруду. Вы рыбки вытащили, сняли чешую, сварили ее. Володя, скажите стоп. Стоп.